Че без музыки? На кнопку нажимаешь или с планшетом здесь что-то так? Не, на кнопку я не нажимаю. Тучи прям сгущаются. Да? Ага, завтра. Да, и смотри, смотри, сходится, видишь? Мне видишь, кажется, сходится. Они на разных уровнях. Mm-mm. Это фигачит их солнце, видишь, оно становится черное, сгущается. Солнце начало шпарить. Сейчас опять прольется гроза, опять будет солнечно. Циркуляция воды. Вот максимум. Тихо. Не огромче телефон. Крестьян радио. Солнце жарит, они сгущаются. Сейчас они сейчас скучатся и будем пролились. Ну как-то резко идет. Ну что, тихо. Может быть, у тебя не выравнивают уровень громкости сам планшет. А сейчас знаешь, как предлагаю после силикатки проехать по частному сектору? Ты как? Покажем. А мы сделаем круг? Нет, ну мы прям поедем. Мы поедем параллельно Туполева. Только по частному сектору. То есть не как мы едем по частному сектору слева, а по частному сектору справа. Где Леня живет? А, нет. Примерно, да. Нет. Леня же живет буквально там три дома. Там параллельная улица, идет параллельно Туполева. А. Хочу там посмотреть на Мишки. Не, ну вот это уже обмелело реально. Ручей вот это. После обеда и отдыха в лесу тяжеловато. И жарко стало. Будешь разбирать? Где на железку?
некуда положить, прикинь. Падает это всюду, блин. Вай, Миш, подержишь? Надо мыться каждый день, утром и вечер, как мой Дадыр говорил.